Казанбаев Шаривзян Габдурахманович, командир отделения комендантского взвода 14-го гвардейского воздушно-десантного полка 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта гвардии старшина. Родился 16 ноября 1916 года в селе Сараши, ныне Бардымского района Пермского края. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Воронежском, Северо-Западном, Степном и Втором Украинском фронтах. Особенно отличился в боях за освобождение Молдавии. 31 марта 1944 года Шаривзян Казанбаев в составе своего полка участвовал в рейде во вражеский тыл и освобождении молдавского села Чекалтяны, благодаря чему пути отхода противника были перерезаны. Немецкие войска атаковали позиции полка. Когда ситуация стала критической, начальник штаба полка поручил отделению Казанбаева спасти полковое знамя. Отделение пробивалось навстречу наступавшим частям. Оставшись в живых один и будучи тяжело раненым, Шаривзян Казанбаев зарыл знамя в землю. Когда его подобрал кавалерийский разъезд, успел сообщить офицеру, где находится полковая святыня, и вскоре от полученных ран скончался. Казанбаеву Шаривзяну Габдурахмановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.